Красноярский край поднялся на второе место среди регионов России по объему государственного долга. Информацию опубликовал Минфин России. На 1 ноября задолженность у края была 95,5 миллиардов рублей. За месяц сумма выросла почти до 98 миллиардов. На третьем месте Республика Татарстан, почти 93,5 миллиарда рублей. Возглавляет рейтинг Краснодарский край, около 142 миллиардов рублей долга.